Здравствуйте, меня зовут Стас Домбровский, я представляю Союз творческих людей Одессы КПД. Мы находимся в данный момент на арт-майдане. Цель этой акции – поддержать тех людей, которые здесь днюют и ночуют, которые, несмотря ни на что, посвятили свою жизнь тому, чтобы нисколько даже… Но все-таки да, это борьба. Это борьба против беспредела, который творится у нас в городе. Мы же, как творческие люди, придумали, как мы это можем поддержать в самих себе. Мы пришли сюда, выставили свои работы, покажем, поделимся своим творчеством. А цель нашей акции, которую мы проводим в рамках прокурорской этой всей движухи, это лицемерие, она так и называется. Это принять своего внутреннего «я лицемера». И с ним поработать посредством обратной связи, посредством выступления на публику, вынести этого внутреннего подлеца, этого внутреннего Стоянова, внутреннего там, Порошенко, Путина, еще каких-то неких субличностей, которые мне лично мешают самосовершенствоваться и загоняют меня в чувство жалости и вины к себе. Поделиться этим с другими и показать, что самое важное, и моя Украина, моя Европа, она начинается с самого меня, из моего помытого туалета дома. Но никак с ненавязывания своего мнения, какого-то субъективного, кому-то, кроме самого себя.